Итак, сумка. Тоже ко мне пришла сумка. Вот такая вот сумка. Стоит она 750 рублей. С Алиэкспресса. Блин. На картинке она выглядит больше. Намного больше. Какой-то более-менее серьезный. Вот. 750 рублей за нее отдал. Вот. Шла, ну я не помню, сколько нашла. Правда, не помню. Ну и что? И вот эта сумка. И вот эта сумка. Значит, вот она здесь. Вот она вся такая вот. Перемещаемся на пол. Допустим. Допустим, на пол перемещаемся. Вот такая вот сумка. Что в ней примечательного? Какие достопримечательности? Она меньше намного, чем мне казалось бы на картинках. Намного меньше. Это прям даже не сумка, а какая-то вот чисто вот под телефон, документы, деньги. Вот. Такая вот она отделка, значит. Отделка. Блин, ничего не могу сказать. Ни разу я ее не юзал. Такая вот отделка. Вот такая вот отделка. Вот. Также есть другие карманы. Вот. Также есть другие карманы. Также есть еще карманы. Вот, сбоку карман, как я говорил уже. Есть. И какой-то карман вот здесь. То есть, вот она, сумка так вот висит. Сумка так вот висит. И вот это ее раз. А, это магнитная. Чуть, блядь, не оторвал ее. Она спокойная должна быть. Так как она на магните. О. Там тоже место. И место так довольно-таки вместительное. И место довольно-таки вместительное. Вот. Тоже место. Прям по полной уходит. И это. Но опять же говорю, она очень тонкая. Она прям вот толщиной с телефон. И поэтому туда бутерброда особо не засунешь. Это вот чисто вот для телефона, документов каких-то, денег и все. Такая вот сумка. Такая вот сумка. Вот. Блять, кошачьи волосы прилипли. Надо же. Вот. Ну что, вот такая вот сумка. Ну все, хорош.